Да, тот вот, который вчера болел, так он и отходит в сторонку. Он тот серенький. Вот этот. Грустный. Сделала я им кашу-кормушку. Иначе они все вываливают. Не то, что вываливают, а затаптывают. Ну и что-то вывалят, а здесь не очень-то. Ну что, у вас солнышка нету, а вам бы хотелось, да. Ну придет скоро к вам солнышко, вот осталось немножко. Придет солнышко, потом вам будет жарко. Куры вон все в тень прячутся. А четырем цыплятам сделала дырку. Немножко, чтобы проветривалось. Ну чего? Жарко? Да, жарко вам, конечно. Ну я сделала дырочку здесь, завернула немножко. Сюда удобно травку им кидать. Ну и проветриваться будет немножко. Эх, кислятинки. Вроде ничего. Такая же, как черешня. Мы ее тоже зовем черешня. Хотя это вишня, которая на юге, она в мае поспевает, а у нас в июне вот. Надо эти еще колокольчики тоже оборвать, а то они семена дают. Они отцветают и начинают семена давать. Ушла вода из кювета, сколько было после ливня с градом, сколько было воды в кювете, вся ушла вода. Даже, наверное, о, видите, вот эта вот лодырь везде лезет, которая за моей спиной, которая не дает ничего. А эта канава с водой. Здесь общежитие. Вот они моются, все течет сюда. Стирают, моются. И с этой стороны тоже 2-3 вишни висят. Да. Всего хватит тебе. Пойдешь на дровишки. Птенцы вывелись. Можно уже убирать. Скоро зацветешь, да? Чубушничек. Корейский, что ли? Полетел. Отлетели шмельки, отцвела ягодка, больше нет шмельков. Вербейник зацветает, у всех на солнце уже цветет, а у меня в тенечке только-только зацветает. Зато его целая куртина. Я его уменьшаю постоянно, а он разрастается. Тюльпаны можно, наверное, убрать
высохшие листья. Попробую дернуть вот это вот. Актинидия дает вот такие вот длинненькие побеги, цеплялки. Цепляться уже им больше я им не буду, наверное, подтыкать. Пусть друг за друга цепляются. Вот там кол подставили в прошлом году. Вот они до него дошли, до кола. На перстянка. Анютки. Цыпленок один орет как. Или это не цыпленок, птичка какая. О, здесь в тени пиончик будет распускаться. Вижу плоды, которые надо снимать. Вот эта вот гадость, она, если ее не снять, она так и пойдет по кистям. Это насекомое, такая же гусеница, как и на крыжовнике я собирала. Ее много везде тоже. Надо своевременно, пока она в землю не ушла, все надо снимать. И не выбрасывать ее через забор, как многие делают, а надо ее или курам отдавать, или уничтожать в огонь. Вот она мне между пальцем может упасть. Надо по какую-то посудку идти, надо ведь. Так, я карман тогда приспособлю. Сейчас. Володь, и здесь тоже эта гадость, которая А вот на крыжовнике я снимала в ягоде внутри гусеница. А я ее сейчас в карман поснимаю и курам отдам. Я на крыжовнике тоже ходила, снимала. Грехош, но ее надо снимать, а иначе она попадет, гусеница, окуклится и в землю. Вон с той стороны еще надо зайти. Сейчас я здесь проверю. Так. Так, и с той стороны сейчас еще зайду. В экран не смотрю, собираю. Что я тут наснимаю, даже не знаю. Потому что вся в... О, кистями прям. Вся в сборе я. Ой, а здесь что делается, ребят? Он на она ползет. Они меня сейчас из кармана выползут. Но все равно в карман положу. Быстро не выползет. Смотрите, сколько развелось. Вот он вылезает и в следующую ягоду почесал.
сорняк. Называется подмарейник цепкий. Вот этот. Посмотрите у меня, где подмарейник лежит. Ты не умер. Ты живой ли? А? Чубайс. Ты живой? Живой. Посмотри на Чубайса, как валяется. Пойду курам отдам смородину. Курам пойду отдам. Там... Чубайс, жить не давай курам. Так, подмарейник поставим. Положим, пусть засыхает на бревне. Так, пойду угощать кур. Пищат по-разному. Кто клюет, кто. Вообще растащили все. Я их приучила ягоды есть. Так, все, карман пустой, ребят. Даже гусеницы нету. Угу. Ну, наберу, еще принесу. Везде вода стоит, подливаю к цыплятам и курятам. Вася, ты так сидишь, да?